Так, всем привет, ребятки. Тут новость такая вообще бомбезная. Вышел фикс для инструкций. В общем, на сегодня вы наконец-то сможете поиграть в RDR 2. Вообще тут куча восторженных отзывов. Буквально вчера новость вышла. Я уже сегодня запилил видос сравнения Вулкана и Директа. И качество графики разное на низах. В общем, вот он наш проц, что это не шутка, это не QQLS. Вот, на сегодня сейчас буду запускать игрушку. Там буквально в архиве скачиваете два файла, закидываете в игру. Все, у вас игра запускается. Никаких танцев с бубнами не надо. Так, секундочку, сейчас. Долго ждали, наконец-то дождались. Сейчас попробуем запустить для тестов, как в основном. Основная масса, кто использует в стоке, материнки не позволяют разгонять. Ну, в стоке, конечно, печально. Настройки буду использовать самые минимальные, вот, потому что смысла нету. Прос будет и так грузиться на 100%. Сейчас давайте подождем. В стоке как бы самый худший вариант, ну обычный вариант, память 800 МГц, и в стоке 3 ГГц, 4 ядра E5450. Вот, в принципе, играть можно. Будет консольная FPS, меньше тридцатки с просадками. Ну что делать? Желательно рекомендую. Это по-любому вот 4-6 гектар вообще не катит. Будет жесткие просадки у вас. Как бы даже тут на минималках игра использует под 8 гигабайт. Вот 6,2, там 7 будет, 7,5 гигабайт оперативки. И вот видите, уже 11 файл подкачки. Будет до 15 повышаться. Видеокарта 1660 Super. Ну, тоже она на половину мощности будет работать. Как бы даже можно более слабую видюшку использовать. Там даже, я не знаю, что у вас есть, в общем. Даже может, если слабая видюшка, типа этот 750 Ti, то придется и разрешение даже снижать. В общем, разница в стоке и в разгоне. Слева видите в разгоне и частота памяти DDR2 на 1117 МГц, а справа 800 МГц. Ну, просто соответственно. Кстати, вот особенность такая, не знаю почему, именно когда в разгоне, на самых минималках, видеопамяти игрушка потребляет больше. Очень странное явление, ну, непонятно. Как бы есть разница. Почти гигабайт разницы. 3,5 и 2400. То есть, как бы, если в разгоне видюшка до 3 гигабайт, ну, как бы, при недостатке еще УЗУ, как видите, могут быть такие просадочки неприятные. Лучше использовать уже что-нибудь от 4 гигабайт. Те же RX.
Конечно, с монтажом намучился. При записи вообще ужасный рассинхрон был, особенно здесь. Сейчас добавится разгон. Видео или звук отстает. Вот в стоке особенно. И картинка прогружается. Персонаж начинает долго думать перед тем, как сделать какое-то движение. В общем, сейчас слепил их. Уже с этого момента будет сравнение разгон и стоп. Тянет система при записи. При записи пару FPS еще будет у вас плюсом, конечно. Даже на этой локации как бы настройки минимальные Full HD, и видите по загрузке памяти 1 гигабайт разница. С чем это связано, не пойму. Просто может игра видит, что более мощный процессор, больше ресурсов использует и использует больше видеопамяти. Если там у вас на 3.6, на 3.8, ну будет среднее значение. Ну, в принципе, играбельно. На 4 ГГц будет играбельно. Так, ну а здесь мы сравним Vulkan и Direct 12. Пресет на скорость, текстуры высокие, остальные средневысокие настройки. Вот. Ну, тут вы уже сами будете отталкиваться от своей видеокарты выставлять. Сразу скажу, что на Vulkan FPS лучше, стабильнее. Хотя он задействует больше файл подкачки, больше оперативной памяти, вот как здесь видите, также в следующих сценах будет, и больше, чуть больше видео памяти. Ну, в общем, смотрите сравнение, приятного просмотра, не забываем ставить лайки, подписываться на канал.